Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вот и пришло время наконец-то посмотреть мои воскресные бижутерные находки. Я вам в прошлом видео показывала суббота, которая у меня была неудачная, а сегодня у нас будет удачное воскресенье. И мое удачное воскресенье, и моя неудачная суббота, все они находятся вот в этой замечательной коробочке, которую я купила на дворовой распродаже. Вот видите, здесь написано «Акаи Покши», и написано, что вот это самое «Акаи Покши» – олицетворение счастья и благополучия. А еще она в красной шапке, то есть она является как бы членом женского сообщества красных шапок. Ну что ж, открываем нашу замечательную коробочку. Итак, сверху, как вы видите, у нас брошки субботнишние лежат, вернее, бижутерия. Но мы с вами все-таки остановимся уже на воскресенье. А эти брошечки так, посмотрим. Ну, может быть, что-то напомним и можно сравнивать. Еще раз взглянем на эту бижутерию, на мои эти находки для того, чтобы вспомнить. А кто не видел обзора, это мое предыдущее видео и... Ссылочку на него я сброшу, конечно же, в мой инфобакс под этим видео. Итак, мое удачное воскресенье. Видите, сколько? И это все за один день. Ну что ж, пожалуй, приступим. Я в предвкушении. Ну, наверное, давайте я вам расскажу, каким образом я, находясь на блошином рынке, ищу то, чего мне необходимо, то, что нравится, а не то, что все предлагают. Ну, то есть, там есть и то, что мне надо, и то, что мне не надо. Вот, но я, конечно же, все-таки стараюсь брать то, что мне надо, хотя не всегда. Итак, каким образом я это делаю? Ну что, во-первых, я, конечно же, ищу развалы. Ну, развал – это когда много-много-много всего-всего навалено, и надо в этом копаться. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но зато результаты бывают потрясающие. Но делаю я так далеко не всегда. Потому что на этих развалах обычно, ну, не очень хорошего все качества. И потом надо все выбирать, копаться. Очень много времени уходит. А потом, когда уже выбрал, все положил, даже если по доллару, по два, единица, что называется, все равно получается много лишнего. Больше всего, конечно, люблю ходить там, где брошки и все остальное выложены красиво, на красивых подложках, не перемешано, ничего, чтобы виден был товар. И самое главное, что обычно там лежат, ну, хорошие вещи. И даже если они стоят дороже, чем мне хотелось, все равно это гораздо интереснее. Ну, и потом поторговаться же, знаете как? Хорошо. Вот давайте посмотрим на эти три броши. Воскресенье, день тяжелый. Встали рано, чтобы пораньше приехать. Приехали рано и давай гулять по сумасшедшей жаре, между прочим. И вот что я, как говорится, начну вот с этого, что я там насмотрела. Вот это вот брошь. Видите, это палитра. А, если вы помните, я собираю палитры. Написано «Голландия». Ну и все в голландском стиле. Эмаль. И вот такой вот замочек. Вот такой старенький замочек, крючочек. Вот. Затем... Посмотрим, давайте, вот на эту брошь. Я вообще такие броши уже давно не беру, веночки. Ну, знаете, такие замечательные. Тут оказались зеленые стразы, что я не удержалась и забрала ее. Тем более, стоило это недорого, тем более винтаж американский. Ну, в общем, мне понравилось, я решила взять. Вот эта брошь очень хороша. Вот. Смотрите, интересно, правда? Я люблю брошь вот с таким богатым узором,
когда много золота. Тут у нас было такое, что я думала, это царапина, но оказалось, что грязь. Я отмыла, она грязная была. А самое интересное, видите, узнали? Ну, конечно, это компания 1928. И это радует, конечно же. Так вот, эти три брошки, каждая стоила по $3. Решила, что буду отложить по 3 штучки на каждый раз, чтобы по одной вас не утомлять. Ну, что мы видим? Видим мы нечто совершенно замечательное. Ну, во-первых, конечно же, корзинка. Как я могла пройти мимо вот такой замечательной корзинки, ни одной потери? Вот такой замечательный замочек. Или мне кажется, или нет. Похоже, что здесь маркировка должна быть. Но прочесть ее невозможно. Да. Но я еще постараюсь, посмотрю, может быть, удастся. Затем вот такая черепаха. Посмотрите, у нее зеленые глазки. А какой у нее панцирь, из какого красивого художественного стекла. Вся она позолоченная. Вот такой у нее замочек. Вот такой вот, видите, с длинной иголочкой. Но, по-моему, маркировки нет, есть. Да, вот такая у нас маркировочка замечательная. Что за компания, выясним потом. Так, ну неплохо, не правда ли? Значит, стоили они все по-разному. Почему-то была очень дорогая корзинка, аж на целых $5. А вот это я не помню, это было, я лот набирала. И это я не помню, тоже в лоте было. А вот тут у нас что? 4 брошки, 2 большие и 2 маленькие. Ну, давайте посмотрим на них тоже. Вот почему я взяла эту брошку, видите, какое здесь стекло замечательное. Как оно называется, рисовое, да? Вот с таким замочком. Брошка-подвеска. Люблю, когда есть брошки-подвески. Маркировки, правда, нет, но хороша, несомненно. Вот такая вот. Затем маленькая вот такая малютка с фарфоровой вставкой. И опять-таки мимо фарфоровой вставки я пройти не могу. Хоть умрите. Похоже, что здесь ручная роспись. Вот такой замочек. И эта брошь очень даже спокойно может быть европейская. Видите, вот эта планочка. Хотя американцы тоже такое ставили. Но хороша, хороша. Хоть и маленькая, но хороша. И, конечно же, камея. Но с камеей тут... Посмотрите на нее внимательно. Тут явно кто-то что-то накрутил. Вот это, во всяком случае, не родное. Вот эти вот жемчужинки, их надо снимать. Их явно тут не было. И зачем-то сюда приклеили. Ну, у каждого свой вкус. Вот. И такое чувство, будто вот этот тоже замочек взяли и как бы... Такой замочек. Как будто бы его просто вот эту вот, знаете, часть замочком вклеили. В общем, кажется, это такая сборная брошка. Ну, ладно. Все равно камея. Пусть будет. И, конечно же, я не могла не взять вот эту брошь. Ну, конечно, стандартный такой рисунок деколь. Вот с такой обороткой. Ну, то есть, как бы ничего особенного, но почему-то эти броши всегда дорогие. Почему, непонятно. Но я за нее повоевала несколько. Еще одна троица. Посмотрите вот на эту брошь. Она мне несказанно понравилась. Видите, как она интересно сделана. И тут стоит маркировка. Вот такая вот. Вот, пожалуйста. И, конечно же, это медь. То есть я очень довольна этой покупкой. И брошка эта, знаете, сколько стоила? Тоже $3. Еще мне попалась вот эта красавица. Ну, красавица, правда? Медовые стразы, цветочек. Ну, в общем, все как положено. Американка. Вот с такой обороточкой. Нет, я считаю, что это очень хорошо. Ну и, конечно же, вот это. Эту елочку, конечно, рановато покупать до Нового года, до Рождества. Очень далеко. Но вы знаете, говорят, готовь сани летом. Вот я именно этим и подзанялась. У меня нету ни одной вот такой малевой елочки. Все какие-то зеленые, не зеленые. Пускай будет и такая. $3 стоила, между прочим. Хорошая брошка. Ну а с этими тремя брошками, не только с ними, была целая история. Я их покупала у одного молодого человека. Ему не больше
нет, не больше 30-ника. И он продавал бижутерию с таким удовольствием, что меня это поразило, честно говоря. И почему-то у него каждая брошка, он называл цену $15. Я думаю, интересно, откуда он такие цены взял? Вот, посмотрите, например, вот это. Ну, скажите мне, пожалуйста, почему $15? Нет, она, безусловно, хороша. Я ничего не могу сказать. Смотрите, красивая, но на $15 явно не тянет. Почему вот это, за это я должна была заплатить $15 совсем, и не надо было. И такая оборотка. Брошь в стиле арт-нуво. Нет, хороша, конечно, но не 15. И больше всего меня удивило, что он за эту брошь тоже просил почему-то $15. Я ему говорю: молодой человек, скажите, пожалуйста, откуда вы такие цены взяли? Он говорит: ну как же, это такой винтаж и все такое прочее, я в интернете посмотрел. Я говорю: так, если бы захотела купить в интернете, я бы сюда не приехала. Поэтому давайте разбираться с ценами. Он говорит: ну а как, сколько вы считаете, можно за них заплатить? Я говорю: так, вот за эту не больше 3. Вот за эту тоже не больше 3. И за эту, ну, 5, ладно. Он говорит: ну что вы, я не могу вам продать за такую цену. Я говорю: не можете, не надо. Я, значит, взяла, отложила эти 3 броши и пошла. Он меня остановил и говорит: да ладно, забирайте. Я забрала. У этого же продавца я купила еще вот эти 3 броши, тоже поторговавшись, хотя мне было стыдно. Честно вам говорю, я редко испытываю чувство стыда, а тут, вы знаете, ну стыдно было, стыдно. Короче, почему было стыдно? Потому что я их всех забрала, каждую по 5. А это, между прочим, жираф. Смотрите, какой смешной. Это кто-то явно взял винтажную брошку жираф, которых неимоверное количество, и наклеил наверх янтарь. Видите? В общем, это называется народное творчество. Но янтарь натуральный. Затем вот эта брошечка такая симпатюшка, но дальше некуда. Хоть и небольшая, вот с таким замочком. Вот. И она еще и маркированная ко всему этому. Потом рассмотрим маркировочку. Но больше всего мне было стыдно вот за это. Короче, давайте посмотрим. Ну, во-первых, смотрите, какие замечательные стразы и все такое прочее. Давайте теперь ее перевернем. Ну как? Видите? Это же Джулиани в чистом виде. Это Джулиана. Видите, вот это вот восьмерки, это только они делали, и больше никто. Ну, за 5, короче, все. Ой, друзья мои. Ну, стыдно, стыдно, конечно. Наколола я молодого человека. Но если он не хочет продавать в интернете, а хочет стоять и продавать так, он должен быть готов к этому, должен подготовиться. Вот, так что считайте, что это, ну, мое маленькое везение. Посмотрите на эти 2 броши. Они абсолютно одинаковые, только разные расцветки. Кстати, здесь это плохо видно на камере, а на самом деле они очень сильно отличаются. Вот это потемнее, хотя видно, наверное, да? Вот с такой обороткой. Это посветлее, с точно такой же обороткой. В общем, вот эта пара мне стоила $8. Представляете? Я уже даже не помню, у кого я взяла. Помню, что вместе брала. Ну, а вот эти 2 красавицы с историей. Давайте я вам сейчас расскажу. Дело в том, что я очень долго гуляла по этому самому блошиному рынку. Ну, долго-долго. И уже ближе к 12 я помнила, что деньги заканчиваются. Время 12 часов. А я еще не была у своей любимой продавщицы. Я бегом под навес, там, где она обычно стоит. Эта женщина вообще выдающаяся. Она победила рак. И я помню, даже когда у нее был рак, она все равно ходила и продавала. Говорит: надо продать коллекцию. Что она, говорит, кому останется? Вот. А потом мы как-то пришли с Настей, еще раз застали ее. И она такая улыбчивая, веселая, говорит: все, у меня нет рака. Он просто ушел. Мы ее, конечно же, поздравили, порадовались. Ну вот, и теперь все время ее ищем в воскресенье, когда я там, вот я всегда к ней иду. Но в этот раз я поздно пришла. Я прихожу, она уже складывается. Осталось только 2 палетки.
Я говорю, нет, пожалуйста, дайте посмотреть хоть что-нибудь. Она говорит, где ж ты раньше была, говорит. Я здесь с половины шестого утра. Я говорю, да, надо было к вам в первую очередь прийти. Ну, вот так вот как-то закрутилась, закружилась. Вот что я у нее взяла? Я взяла у нее вот такую замечательную брошь. Правда, красавица. Вот с такой обороточкой. Я взяла у нее вот эту вот наборную брошь. Я не очень люблю наборные броши, но мне кажется, что это чешка, нет? Не знаю. Все. Так похоже на Чехословакию. А еще я взяла у нее вот эту браслетку. Вы знаете, она мне ее отдала за $10. Это вообще фантастика. Она сказала, ну так дешево, потому что два камешка упало. Но когда я посмотрела на маркировку, я сразу сказала, да, конечно. Потому что это трифари. Представляете, браслетка трифари. За $10 в наше время это вообще что-то невероятное. Ну и последнее, что я купила на блошином рынке, это были вот эти вот три вещички. Это клипсы. Посмотрите, какие они яркие, веселые, нарядные. Маркировки, правда, нету, но хорошо сделанные. И стоили они $5. Затем у того молодого человека я к нему вернулась и купила вот эту брошку, поторговавшись. В общем, взяла я ее за десятку. Что сам, а просил у меня он за двадцатку ее. Ну, Италия, мозаика и все, все как положено. Ну и вот за $3 взяла вот эту замечательную браслетку. Я хочу вам ее показать. Это, во-первых, дерево. Во-вторых, посмотрите, что это такое. Собака, кошка, собака, кошка, собака, кошка, собака. А здесь не знаю, что должна быть. Да, кошка тоже, да. Вот такая браслетка, вот ее оборотка. И, знаете, замочек современный, поэтому это не винтаж, но очень на резинке. Очень интересно. Кошка, собака, кошка, собака. Вот я, конечно, не могла мимо пройти такого шедевра. Ну что, мои дорогие? Вот и выкладка наконец-то. Вот они, воскресные мои находочки. Удачное, преудачное воскресенье, не правда ли? Ну, я думаю, что вы меня поддержите. Я считаю, что повезло, повезло, повезло. И я хочу, конечно, чтобы вы, ну, хотелось бы, во всяком случае, чтобы вы, конечно же, прокомментировали все, что вы увидели, сказали бы, что вам больше понравилось, что вы считаете удачным, что не считаете неудачным, продолжат ли мне в наше непростое время ездить на блошиные рынки так часто, как я это делаю сейчас, или, может, немножко все-таки приостановиться и подумать о хлебе насущном. Ну, в общем, вот столько у меня вопросов, и, конечно же, я очень и очень вам благодарна за ваши просмотры, за ваши комментарии. Я думаю, что все это мы будем продолжать. И я постараюсь вам выкладывать не просто обзорные видео, но что-то более такое интересное. Например, я хочу сделать большое видео о стиле арт-деко. Меня это настолько захватило идея. У меня такой материал потрясающий. Ну, в общем, я думаю, что вы меня поддержите. И давайте не забывайте, конечно же, просматривать мои видео. Не забывайте подписываться тот, кто не подписался. Еще раз прошу, пишите комментарии. А я с удовольствием буду отвечать на каждый. Я никогда ни одного не пропускаю. И спасибо вам. Я с вами была Инесса из Нью-Йорка. Всего вам самого-самого наилучшего мира, счастья, добра и благополучия. До свидания, до новых интересных встреч!